Всем привет, друзья мои хорошие, с вами, как всегда, спикер, и продолжаем наше сражение в Total Accurate Battle Simulator. И сегодня поиграем во вторую кампанию, продолжим. Да-да, я читаю все твои комментарии и пытаетесь мне что-то помочь. Пытаетесь мне что-то подсказать, как лучше всего кого поставить. Мы сегодня поиграем в новую кампанию, вторую кампанию. А мне нужна кампания, погоди, постоянно путаю. Вторая кампания, Адвентура. Возможно, будет сложнее, возможно, будет еще интереснее кампания, потому что здесь намного больше. Намного больше миссий. Насколько они будут интересные, разнообразные, мы посмотрим уже в этом ролике. Так что бери пачку попкорна, устраивайся поудобнее, приятного просмотра. Ребят, вы что на дереве забыли? Вы что забыли на дереве? Погоди, погоди. Что они тут делают? О, камни. Это мне все знакомо, кстати. Смотри, у меня все доступно здесь. А вот у нас снова викинги появились. Я еще не знаю, что это за ребята. Кричат они забавно очень. Новые ребятишки. И можно буквально все. Все брать. Смотри, реально, можно все брать. Это пока еще недоступно. Но ничего страшного, потом будет все доступно в будущем. У нас тут ребята из какого племени? Вы из какой расы? Возможно, расы у нас фермеры. Нет, не фермеры. Окейшки, у нас есть вот такой. О, я помню, мамонта, он реально забавно убивал. Он, в принципе, неплохой, и можно посмотреть, сколько их там, и почему они сидят на деревьях. У нас есть, знаешь, вот такие... О, это кто такие? Кто такие? Погоди, мне интересно посмотреть все. Это наши корабли, это корабли, это у нас медведи, кстати, медведи, можно медведи сделать, это кто такие, это топорики, но мне понравились, знаешь, маги, мне реально понравились маги, вот так можно сделать, и, конечно же, можно минотавра еще сделать, вот так, минотавра, не хватает, чуть-чуть не хватает, ну да, 600 не хватает, чуть-чуть не хватает, ты кто такой, топорики, это у нас щитом, вот так пускай щитом еще ребятишек поставим. Не знаю, как все дело пойдет, но мы двигаемся к сражению. Ребята где? Ребята упали, что ли? Ребята разбились. Обалдеть, ребята разбились. И они наступают с копьями. Обалдеть, карт намного больше здесь. Карт намного больше, и это интересно. Смотри-ка. Идет, там тоже, кажется, идет какой-то вожак. И у нас кто? Кто остался? У нас остался два минотавра еще идут. У нас остались эти медведи. У нас медведи. Сражение идет. Мы сражаемся. Наши маги лечат. Ну, недолго будет лечить, но сражение еще идет. Наш маг подходит сюда. Минус один, и второй поход тоже. Пока мишки раскидывают неплохо. Что, камень был? Это был. Еще один камень был. Мишки раскидывает неплохо, конечно же. Жопу. Нормально. Много камней, да, спору нет. Здесь стало намного сложнее, как понимаю. Смотри-ка, тут у нас есть определенная разновидность нашего племени, ихнего племени. Можно сделать маги. Нужно сделать маги, конечно. Можно сделать косы. Я даже не знаю, какую нужно. Камни. Тут ребята есть с камнями. Нужны камни, конечно. Камнем. Да можно сделать одного мамонта и все, в принципе. Вот, можно сделать пару магов. У нас есть еще денежка. Есть еще. Можно сделать лучников. Ну, попробуем вот так. Даже не знаю, что будет. Карта больше. Да, ребят некоторых, смотри, они падают с деревьев. Они падают сверху и разбиваются. Нормально. Забавно кричат. И что, идет наступление. Идет по всему фронту идет наступление. Стрелы пошли. Смотри-ка, стрелы пошли. Маги работают. Здесь у нас есть один. О, красиво. Поднял, красиво. Что у нас происходит там? Там у нас происходит что? Маги не докидывают. Шаман убьет косы наши. Косы сражаются. На тебе камнем. О, понимаю, видишь, разновидность есть, и уже есть победа. Какая-то есть победа уже практически. Пока сражение еще идет. На тебе в харю. Закидали его. Есть еще лучники, есть еще маги. Мы переходим уже туда. Победа здесь есть. Нормальная компашка собралась, сейчас будут камни. Бросают камни. Вперед, камни бросайте. Бросай камень на Авкарю. Все красиво. Они позеленели. Бросает в нашего тоже камень. На Авкарю. Красиво. Ребят, добейте уже. Нужно, по идее, добить их. На Авкарю все. И остался, кажется, последний. Его уже закидывают. На. Убил, успел. Стрельнуть по ноге и сдох. Все, последний остался зеленый. Позеленел, пошел куда-то.
по ногам. Осталось лучники. Бросает все. Нет у нас мага. Вставай, вставай, давай, сражайся до конца. Ну, да, победа за нами. Хоть он пытался бросить, но все-таки наши победили. Видишь, нужна разновидность бойцов. У-у-у, сколько. Вот эту карту я не очень-то и люблю, потому что здесь бывает кто-то в кустах. Я уже понял. Я уже помню и помню. Это наши ребята непробиваемые. Все, в принципе, да? Ну, вроде бы все. У нас 300 есть. И что можно поставить? Можно, конечно, поставить, наверное, минотавров. О, можно поставить вот. Да-да, кстати, их там много. И можно поставить вот это. Они очень медленно ходят. И как раз весь корабль накроет их. Конечно, его спереди поставим. Целый косарь. Целый косарь вот на эту все. А что у нас дальше? О, а это кто такие? Слушайте, это кто такие? Интересно посмотреть, давайте посмотрим. Я не знаю, кто такие ребята. Это у нас викинги тоже, летающие какие-то ангелы. С мечами, с косами. Да, красиво, красиво смотрится. И сражение идет, все. Он бросает, куда будет бросать? Куда будет бросать? Прям в толпу! Смотри, не, в принципе, неплохо. Только мои, улетайте оттуда. Обалдеть. Добиваем, добиваем остальных. Наши летающие что-то пытаются сделать. Наши ангелы. Кто-то кричит. Какие-то крики. А в кустах никого нету. А походу победа будет против меня. Да, все понятно. А не, победа. Победа. Да-да-да. А победа есть, и что у нас? А тут, походу, у нас кто-то в кустах. В кустах, да, сед? Или нет? А, да-да-да, вижу. Ребята засели куда-то в кустах. А кого можно поставить? А, ребята у нас с сеном. В принципе, знаешь, летающие ребята неплохие были, но корабль сделал в основном все дело, мне кажется. Уйди, уйди сюда. Ну, пускай летает. А корабль сделал все основное дело. Можно сделать кого? Кого? Можно камни сделать. Все, кстати, можно сделать камни. Можно змей сделать. Мы сделаем змей. Знаешь, разновидность сделаем. Вот так. Копеечка один будет. Пускай один такой будет. Разновидность у нас будет. Пускай будет один маг. А вот таких ребят тоже можно впереди поставить. А здесь у нас тоже троих можно поставить. Тележка есть. А есть вороны. Есть вороны, в принципе. Не знаю, ворону надо, не надо делать. О, косы. А, хочу сделать минотавра еще. Мне нужен еще минотавр один. А можно сделать. О, в самый раз. Все, сражение пошло. Ну что, полетели все. Все полетели. У нас сразу змеи полетели. Слушай, смотри, змеи полетели сразу в тот берег. А минотавр летит куда-то. Не долетел. А здесь, походу, у нас, да, у нас здесь получается ограждение. На Авкарю, полетели наши ангелы. А, ребята, пошли сражение. Да, да, жесткое сражение. Их слишком много. В куче всем. Пытается минотавр раскидать. Нашего ангела убили уже. Он валяется где-то. Минотавр раскидывает всех. Первую партию раскидывает. Где мои змеи? Нужны змеи. Змея летает. Нате змеей. Сдох, что ли? Змеей, нет, он встал. Еще раз на тебе. Раскидывает минотавр всех. Давай раскидывай всех. Он всех держит. Обалдеть. Забавно. Очень забавно смотрится. Змеи жрут всех подряд. Да-да-да-да-да. Все раскидал. Двоих раскидал. Последний. Все, все, добил. На тебе в харю. Добиваем уже в куче. Сколько змей? Обалдеть. Всех раскидали. Это прикольно, это забавно смотрится. А, у нас снова в город. У нас город. Кто против меня? Я не вижу. Слушай, я не вижу никого. У меня 120. 120. Кто здесь против меня? А, ты что ли? Ты что ли? А, у вас тут двое. Два школьника. Два школьника. Один минотавр. Мне не хватает, конечно же. А, кого можно поставить против них? У меня всего лишь 120. А, по 60. Таких же школьников, что ли? Ну, давай сделаем так же. А вот у нас два школьника. А, как они будут сражаться? А, что ты боишься? Надя, плюх. Животиком плюх, плюх. Все, что ли? Ничья. А кто-то встает. Кто-то спускается вниз. Сражение продолжается. Они еще живы. Они пытаются руками. Руками бьют. А, походу, моих зажимает. Моих зажимает. Но нет, нет, нет. Сражение еще идет. А, походу, уже одного убили. Застрял, застрял. Ты куда его поднял? Опусти его на землю. Что происходит? Отпусти его, он уже мертв, по идее. А, один остался мой. Один остался, что ли? Да, один остался. Окейшки, все понятно, ребята, вы не справились. Как-то очень жутко. Жутко все было. Почему такие ребята же? Мне нужны копейщики. Вот копейщики, они, знаешь, не дают подойти.
Во, копейщик один. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Он, по идее, не даст подойти. Все, что ли? Все, что ли? Это и все. А, понятно, что с копейщиком. Во, щитом. Мне нужен щитом. А, погоди, сколько он стоит? Сотню. Ну, давай проверим, как щитом. А, по идее, щит, что он сделает? Он просто толкать будет. Он, у него, по идее, есть защита. Есть защита, нужно, по идее, раскидать их, потому что их вдвоем, а у меня щит один. Что ты делаешь? Зачем ты обнимаешь его за щитом? Он, по идее, должен по другую сторону щита быть, а не внутри. Ты что делаешь? Все понятно. Он взял на себя удар, и получилось не то, что хотел. А кто это такие ребята? О, с дубинками, кстати, с дубинками. Можно, знаешь, сделать вот так. Первый пошел, потом пошел второй. Все, ребята пошли с дубинками. На, вкарю. На, бей его. Промахнулся, ребятам нужна еще удача. Промахнулся. Что такое? Они упали, разбились, все что ли? Балдеть. Погоди, погоди. Вроде простая задача. Задачка реально простая. Убить двоих и все. Это кто у нас такие? Музыканты. Не знаю, как они будут сражаться. О! А, погоди, нет, нет. А, мне нужен вот. Засунь. О, рыцарь. Рыцарь должен справиться. Все, один рыцарь и два маленьких. Один уже внизу, кажется. Нет, уже не упал вниз. Рыцарь должен справиться. Все понятно. Один уже сдох. Ой, понимаю, рыцарь. Видишь, нужно реально нужно разнообразить. Нужно понимать, ты куда пошел? Ты куда пошел? Ты куда пошел? Искать еще? У нас еще ребята есть, что ли? А, погоди, погоди. А где еще? А где кто? Где кто еще? Ты куда идешь? Ты куда идешь? Ты куда пошел? Он пошел наверх. Он же. Ты живой, что ли? А, он живой, смотри, он еще глазками хлопает, значит, еще живой. А рыцарь пытается, по идее, залезть наверх. Забавно смотрится. А ты почему не встаешь? Ну, окей, все понятно. Давай-ка заново начнем. А можно победить? Да, можно победить, в принципе. Рыцарю можно победить. Ребята, спускайтесь вниз, все. Ребята, внизу. Ты не держи меч! Меч отпусти! Держит меч! Не дают бить! Смотри, они не дают бить рыцарю. На тебе, все, минус. Бей его! Он снова держит. Он снова держит за руку. Что такое? Опять проиграл? Да не может такого быть! Что такое? Ну-ка, еще разок. Рыцарь должен, по идее, победить. Как-то не везет. Он снова промахнулся. Он снова промахнулся. Ребята остались наверху, он внизу. Что происходит? Так, нужно, по идее, по одному их убить. А куда делись? Они пошли в другую сторону. А рыцарь, вернись, бей сразу двоих. Бей, бей, давай, бей. На, промахнулся. Второй раз промахнулся, из двух. Третий раз промахнулся. Держит опять за руку. Промахнулся снова, на, вкарю, все, все. Еще раз ударь хорошенько, все, промахнулся. У него слишком большой меч, он не может нормально. О, все, вот реально, видишь, нужна просто удача. Все нормально, победа есть, мы двигаемся дальше. А дальше у нас много. Сколько как здесь? Ну, конечно, против них рыцари. Хотя, знаешь, нужна катапульта. Вот здесь нужна катапульта. Сейчас нужна просто реально катапульта. Прям туда, всех просто раскидает. И короля, вот. Ну и, конечно же, вот так, все. А можно, знаешь, так сделать даже. Пускай катапульта тут стоит, а мага вот сюда, короля вот сюда. Все, даже тратить все не буду. Хотя, знаешь, можно с музыкой. Можно с музычкой. Вот так, с музычкой. Под музычку пойдем. Давай-ка сюда же. Под музычку пойдем сражаться. Давай-ка проверим, как это дело работает. А, заряжайся, катапульта. О, катапульта полетела. Мне кажется, в центр летит. И сейчас будет очень жестко. О, взрыв есть. Ребята разлетаются в разные стороны, конечно. Ряды пополнили. Поредели, то есть. А, ребята идут. Ребята их много еще. Короче, сражается. Ну, маг тоже хорошо лечит. Маг под музыку. Все под музыку. Катапульта, заряжай. Катапульта полетела. Прям в короля. Обалдеть. Смотри, какая проявилась тактика. Я узнал этих ребятишек полностью, практически. Я сделал правильный выбор. А кто у нас тут-то? Тут-то кто у нас? А, где кто? О, ребята, музыканты. А, да, они, по идее, возможно, играют музыку, и к ним идет противник. С обрыва пытаться будет, наверное, падать ребятят. А, ребятишки. А, наверное, будем делать рыцари. Да-да, рыцари. Это рыцари обычные. Да, те самые рыцари. Это и все, что ли? Три рыцаря? Ну окей, давай трех рыцарей. А, три рыцаря против музыкантов. А, по идее, они играют, и рыцари должны падать. Они идут? Они идут. Они идут. А, музыканты пока стоят на месте. По идее, нужно спуститься сюда и раскидать их. Как это получится у них, я не знаю.
Главное не упасть вниз. Нужна удача. Нужна удача. Аккуратненько, аккуратненько. О, один пошел вниз. Один пошел вниз. Наш... О, пошел второй вниз. И испугаются. Они уже пугаются. О, мы пошли все вниз. Все утонули. Одного избиваем и все. Ну бей его. Бей его еще разок. Бей его. Не своего бей. Бей по музыканту. Да не своего бей. Ты развернись. Ты развернись. Все, победа. Обалдеть. Что это была за карта? Забавная карта была. А кто у нас тут-то? Племя. Дикое племя. А племя состоит из... У-у-у, сколько вас тут, ребята? Это маги. Маги, да, понимаю, это маги. Это шаманы. Это шаманы. Против кого шаманов, кстати? Ну, можно, в принципе, катапульту также сделать. Шаманы делают такие камни из-под земли. Можно минотавры, кстати, сделать. Минотавр пойдет, конечно. Катапульта пойдет обязательно. Куда-нибудь вот сюда катапульту. Там потому что большая куча, и нужно хорошенько вмазать туда. А, конечно же, пойдет медик. Медик пойдет сюда. Есть еще денежка. Можно еще сделать короля. Короля. И есть еще денежка на медика, что ли. На медика. Еще медик, что ли. Много медиков. Нужны змеи. Вот реально, тут нужны еще змеи. Змеи, змеи, змеи. Где у меня змеи? Камни. Нужны еще камни. Камни, в принципе, неплохо справляются. Тоже. Камни неплохо справляются. Где змеи? Змей забыл. А, вот тут змеи, вспомнил. А, змей, сколько можно? Двух змей. Окей, поехали. Что у нас будет? А, не того лечишь. Ну, в принципе, король важнее, чем минотавр. А где катапульта? Нужна катапульта, там уже минотавр. Сколько вылетел? Обалдеть. На, харю. Катапульта не туда стрельнула маленько. Ну, добила хотя бы лежачих, добила. Много, очень много этих шаманов. Их слишком много здесь. Король подходит, медики подходят. Ууу, подлетел как. Все, готов, король сражается. Полетел снаряд, смотри, летит снаряд. И что будет сейчас? Сейчас будет месиво. Да, победа, обалдеть. Ну, все дело сделал, конечно, минотавр. Потому что он взял все на себя. Он идет вперед, он взял все на себя. Опять один. Опять нам соточку дали. Кто пойдет сейчас? Рыцарь пойдет. Пойдет рыцарь. Пойдет сразу рыцарь. Да. Самая быстрая победа в этой игре у меня. А, идем дальше, идем дальше. Что у нас дальше? 3800. Ты кто такой? Ты кто такой? Все понятно. Все понятно, ребята сидят где-то вот тут-то. Неизвестно, кто там сидит. Но 3800 можно что-то придумать сделать. Мы сделаем вот так, наверное. Конечно, медика к нему. Обязательно медик нужен к нему. И, наверное, змей. Надо побольше сделать змей. Змеи должны быть ковыряться в пшенице. Пускай ищут там, пускай ищут там, кто у нас там сидит в пшенице, я не знаю. Мы узнаем буквально скоро. Кто это такой? А, нет, арбалет не нужен. Кого можно еще сделать? А у меня еще целый косарь. Целый косарь. И на кого можно потратить? Вот, на Мишку. Мишка пускай будет. Ну, давай тебя еще сделаем. Все, понеслось. А медик, два у нас хороших бойца. Куда пошли? О-о-о-о-о-о-о, змей, змей, змей. А куда пошли мои змеи? Ай, змей куда пошли налево. Погоди, змей пошли. О, там пехота вылезла. Пехота вылезла оттуда, пехота вылезла оттуда. Это маленько нечестно, но... О-о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 -
Короче, сражайся, черт возьми. А медик лечит, а змеи летают налево-направо. Там у нас... Убили. Убил. Змеи полетели. Бросай змею еще. А пока Мишка сражается, пока у нас король сражается, там у нас еще пытается сражаться наш змей-лов. И пехоты все меньше и меньше. Мишка. А медика нет уже. Медика нет, это плохо. Змеи есть еще. Змеи есть. Там бьет нашего. Змеи нужны. Нужны змеи тут-то. А Мишка, сражайся быстрее. Король, сражайся. Давай, добивай остальных. Лежачих бей. Бей лежачих тоже. Все, победа. Обалдеть. Смотри-ка, мы не знали, кто где будет. Но все-таки взяли эту победу. Очуметь. Мой друг, будем заканчивать уже на этой серии. Продолжим в следующей серии сражаться. Придумывать свои тактики, интересные тактики. Так что пиши комментарий, подписывайся, ставь колокольчик, ставь лайк. И пиши, давай-ка еще новую серию спикер поскорей, пиши. И, конечно, читай все твои комментарии. Мы уже увидимся в следующей серии. Всем спасибо, кто посмотрел до конца, до суда. Всем спасибо и всем пока.